Всем здорово, ребята, и сегодня я вам покажу новый мод на Скибиди. Да, давно у нас не было обзоров мода. Они спавнятся по миру, как вы можете знать, тут есть Стиви Вума, и тут есть даже предмет. Давайте первым делом рассмотрим предмет. У нас есть какая-то броня? Нет. Давайте рассмотрим ее, чтобы потом в конце ролика не рассматривать. Ой. Так, опа. Все. Первый это у нас туалет. Это, походу, выпадает Скибиди, они спавнятся по миру. Там у нас кто? Спикерман вроде, да? Вантус. Вантусом можно сражаться. Опа. Типа вот так вот. Опа. Урон, я не знаю, сколько у него, я проверял. Не знаю, но убивает он защитно долго. Типа. Вот тебе вуман у нас. Давайте посмотрим, сколько мы убьем овечку. Давай. О, сражаются там, смотрите, сражаются. Там они против Скибиди. Давай. Ты как рукой будто убиваешь. Это у нас от ТВ-менов, от ТВ-вумен, видно, выпадает. Спикеров и камер. Ну, в принципе, больше ничего сказать не могу. Тут, возможно, может быть, что-то из них скрафтить. Я точно не знаю. Честно. Извиняюсь, если было громко, но... Только что эмодзи покажет. Да вот, смотри, показывает, это ТВ-мен. Он эмодзи показывает. Офигеть. Вот наши. Я не понимаю, почему здесь есть улемафтон. Улемафтон, если что, это из ФНАФ. Ну, кто не знал. Все знают, кто это такой. Первый, это полиция Скибиди. Вот так выглядит. Моделька очень простая. Ну, реально, ну, блин. Он такой тут еще вот так угарно. Вы такой маленький, о боже. Она стрелами мне стреляет, серьезно? Говорю, а дончик очень легкий, типа его легко делали, я говорю, ну максимум там месяц-два делали. Может даже меньше, где-то так, да и все. Ну это крафтер просто забил, ну в принципе. И почему у ТВ-мена такая большая башка у них, ну реально. Ну короче, моделька просто простая, но для сериала, если кто-то хочет, можно использовать. Следующий. Стив Скибиди Тойлет, вот он. Это просто Стив, типа он ничем не отличается от обычного. Просто Стив Скибиди Тойлет, вот такой вот. Бедный Стив. Стив, вот был нормальным парнем, нет, стал Скибиди туалетом, ё-моё. Ребята, важная информация. Моды на Скибиди туалеты заканчиваются, уже практически никто не делает. И я уже все возможные показал. Кстати говоря, вот этот донж, который я сейчас показываю, если что, я его скидывал в свой телеграм-канал. Я говорю, что я его не хочу показывать, но, это, ребят, обновленная версия этого аддона. Да. Но почему же что мало аддонов? Скоро времени уже я перестану снимать про Скибиди, потому что очень мало уже аддончиков. Типа уже нечего снимать, я пытаюсь найти. О боже, паук ты. Нифига не тут больше, кстати. Так что, ребята, в будущем мы уже будем снимать что-то другое, буду что-то другое показывать. Вот, например, там будешь, например, что популярно ФНАФ. Например, вот я буду показывать ФНАФ. Вот и все. Ладно, давайте продолжим. Это пятиголовые. Они тут очень скибидисты большие. Ну реально, посмотрите на это вот просто. Почему они тут такие большие? Это нелогично. Тоже легкая моделька. Вот у нас паук, тоже легкая моделька. Следующий ТВ-мен, вот наш братан. Вот он, красавчик, да? Да. Я не понимаю, Скибиди вакуум. Он, ну я не знаю, правильно читал, но он не спавнится. По какой-то причине. Я не знаю, почему он не работает здесь. Кто знает причину, спешите в комментариях. Но я все эксперименты включаю. Это у нас Пикермен. Боже мой, как он тут выглядит. Ну, не тупо, но, блин. Посмотри, почему они сражаются вообще? Либо пауку застрелили, либо что? Вы посмотрите на него. Ну, боже, почему у него так голова такая маленькая? Ну, это очень тупо. Ну, блин. Здесь будет обновление, сделают уже нормальные модельки, нормальные все. Ну, не знаю, будет ли вообще обновление. Мутантский бедитой. Вот тут реально поставил. Вот тут мне нравится моделька. Реально, посмотрите на эту модель. Типа его голова, вот тут мне уже нравится. Только почему он такой маленький? Вот, потому что он маленький. Вот смотрите, некоторые мобы, которые должны быть достаточно большими, они маленькие. А которые быть должны быть чуть-чуточку поменьше, они больше. Я не знаю, почему так. Этот аддончик можно будет скачать в моем телеграм-канале. Переходите. TV Woman, мы ее уже рассмотрим. Давайте ее еще раз. Давайте всех вообще убьем. Она меня, ну, в смысле, она скибидисты, и все меня тут бесят вообще, потому что лагать не будет. Давайте переместимся в другое место. Господи, сколько там. Давайте вот здесь. Вот ТВ-вумен у нас, она вот так вот ходит, и она очень, тут, ну, прям башка прям, вот, не знаю, большая. А он прикольно выглядит. У нее такая, она вот самая мимимишная, она самая тут милая, она самая нормальная здесь. Что там происходит? Это что? Что это было?
Это тебе он? Почему тут так все взрывается? Ё-моё, тут стадо скибиди, туалета, пауков, нифига себе. Так, мы показали у нас Стиви Вумен, теперь нам кого? Скибиди Туалет, просто это как Скибиди Стив, но он просто обычный, посмотрите, ну, вот тут надо, прям вот постарались тоже, ну, хотя, туалет никак не изменили, вот, вот голова, вот анимация, вот хорошо сделан, прям он вот такой рот открывает, вот это добавлю, вот это автор заметил, либо что, что надо открывать рот, потому что в некоторых аддонах просто они не открывают рот. Так, Скибиди Туалет, ага. Так, ну тут аддончик достаточно маленький, ребят. А, так, вот. Давайте первый. О, с вантузами, ребят, ну, в принципе, ну, вот над вантузом мне нравится, вантузом прям хорошо сделан, прям вот щель, вот эти дырки. А вот сама моделька мне не нравится, вот реально. Ну, почему у него такая шея худая, почему у него такая маленькая камера, ну, это очень тупо. Это большой скибиди трехголовый, который умер у нас в 19 серии. И он просто здоровый. Ну вот здесь вот, да. Вот здесь вот реально тоже постарались. Постарались над анимациями, постарались. Ну мне вот тут. Вот это мне нравится, модельки. Вот это мне нравится. Автор, если ты видишь это видео, хотя он, наверное, даже не русский. Но если ты русский, то, пожалуйста, сделай обновление. Потому что, ну, модельки простые. Есть у тебя тут, да, модельки, которые достаточно прикольные, но больше всего легкие. Камерамен, ну а почему он здесь вот такой? Должна быть белая камера, все как в оригинале. Это башкой шатаешь. Ну блин, ну тоже легко сделал. Я не понимаю почему, ну давайте сейчас всех убьем. Тут есть скибиди, purple, я не знаю, короче фиолетовый парень скибиди. Это, скорее всего, пасхалка, потому что просто так бы не делал это у нас Асазови. Ну, в принципе, мне вот это мне нравится. Это вот это самый лучший тут скибидист. Самый лучший тут из камераменов, из этих ТВ-менов, из этих, господи, спикерменов. Там ТВ-вум. А из скибидистов самый лучший это вот. Скорее всего, это потому что вышли FNAF Руины, Security Breach. Но он может сделать чисто по приколу пасхалку. Чисто по приколу пасхалочку. Но это мне нравится. Вот это мне нравится. Ангел Скибиди Туалет. Вот он. Умер у нас в 10 серии. Как появился, сразу издох. Ну, в принципе, моделька прикольная. Анимация хорошо. Ну, вот это, ну, это тоже. Ну, прикольно, она шаталась как-то. Типа, так светилась как-то. В принципе, просто обычный у нас ангел, бог. Я не знаю, как его еще называть. Скибидист. Следующий. Это у нас Spider Toilet, мы его уже рассматривали, в принципе, тоже моделька классненькая такая, простая, короче, класс. И мне стало интересно, тут еще модельки достаточно легкие, за сколько они смогут меня убить? Мы сейчас возьмем все предметы и будем с ними сражаться. Так, ну что ж, ребята, если что, у меня щит есть, но я не понимаю, почему он у меня не виднеется. И я попробую с этим разобраться, если мне скажут, что надо будет менять версию, то я, скорее всего, перейду на версию только на одну. 1.21. Вот так. Потому что есть такая версия, если что, я только на эту версию перейду, больше ничего. Но, скорее всего, я останусь больше на вот это, на 1.20. Но, подождите, короче, давайте продолжим. Сейчас сделаем все выживания, тут их очень много, ребята. Я чувствую, я сдохну в первой секунде. Посмотрим, какой у них хоть урончик. Типа, легкие модельки. А, мне мирно. Мужики, вы на меня будете нападать? Нападает? Какой? Нифига себе! Это что за урон? Модельки простые, а урон, как я не знаю, как у кого. Давай. Спайдер вообще меня с одного. Кушаем яблочко. И нафиг, иди нафиг. Давайте против этих, давай. Пам-пам-пам-пам. Иди нафиг. Ай. Иди нафиг. Фигачу. Не даем. Ребят, вот у них урон маленький. Тихо. Иди нафиг. Фигачим. А, отходит сразу, давай. Давай. На, убил. Смотрите, с них реально туалет выпадает. На. Убил. Мы получили, ребят, трофей. Я хочу сразить против ТВ-вума. Мне интересно, сколько ТВ-вума, знаешь что? Интересно, сколько она мощная? Она умеет телепортироваться, как Эндермен. Давай.
А, это ТВ-мен. А у меня, вот это нормальный парень. Даже если его ударить, он не будет меня. Ну, нормальный парень. А Стиву? Стиву, может, будет знать. А, это тоже ТВ-мен. Давайте против маленьких скобидистов. У них урон. Максимум минус одно сердечко, но мы их сейчас убьем. Они мне ничего не сделают. Но вот эти вот пауки... Они просто... Давайте попробую против них тоже сразиться. Я не уйду просто так, пока я их не убью. Но они убивают с одного удара. Ё-моё. Убивают наших! Убивают! Атакуем! Спасите меня! Он меня сейчас убьет. Так, бежим к ТВ-менам. А, все, меня спасли. Помогу тебе, брат, помогу. Давай, на-на-на. Я тебе помогу. Давай поделим тебе на... Хотя, давайте, где тебе вуму? Я подожду ей туалеты. А с них по логике выпадает телевизор, да? Давайте посмотрим. Мне интересно. Типа, тут даже предметы есть. Ну вот предметы тут реально проработаны выглядят. Ну, кроме вантуса. Кстати, мы же можем вантузы использовать. Мой, ё-моё, буд. Так, давайте сейчас возьмем... Сделаем креатив, возьмем вантус и посражаемся с помощью вантуса. Вот вантус. Чё, как скибидист, ты чё уж? Я буду это, камераманом вантузом. Чё это? Всё как по-честному, будем сейчас с вантузом. Всё, погнали. Давай в атаку на пауков. Давай, посмотрим, насколько мы их убьём. Давай, скотина. Давай. Чё, застрял, что ли, мужик? На. Ой, удары. У меня же 4 сердечка. Ни хрена себе. Помогите. Он за мной? Нет, он не за мной. Давайте посмотрим, как мы обычного скибидиста убьем. Давай, помогай, давай. Давай. Иди сюда. Еще раз повторяю, этот аддон можно будет скачать в моем телеграм-канале. Но мод даже угарный, не слегка. В модельке легкий, а над уроном вообще. О, помогаем, ребят. Помогаем, давай. Ты что, ты мне тут гифку показываешь? Давай, помогай. Давай. Давай. Я чувствую, у него очень много жизни. Давай. Нет, задыхается, нет, брат, давай, я ему помогу, давай, всплывай, дебил. Короче, ребят, против пауков сражаться невозможно, даже не думайте, пауки очень мощные, у них очень много сердец. Ладно, ребят, не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать колокольчик, увидимся с вами в следующих сериях. О, ТВ-вумен, я ее ударю. Вот тебе трофеи, подожди. А, вот тебе трофеи, твои, это как вместо цветов. Этот мод может быть скачан в моем телеграме, в моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Всем удачи, всем пока. Давай, убей меня под конец. Давай, красавчик. Всем пока.